Это вечерние новости с Нурзат Мусабаевой и Майкином Батырбековым. Дело Тегебаева отправлено на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. Крупный пожар склада бытовой техники, есть пострадавшие. Заявление российских политологов об узурпации власти бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым. Здравствуйте. Добрый вечер. О наиболее значимых событиях расскажем здесь и сейчас. Верховный суд отправил дело лидера политической партии Атамекен Умурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дюшенкула Чотонова на пересмотр в Первомайский районный суд. Ранее юристы и политика просили направить уголовное дело на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. Напомним, в феврале 2017 года российский бизнесмен Леонид Маевский заявил, что лидер партии Атамекен Умурбек Текебаев взял у него и не вернул $1 млн за допуск к управлению компанией «Альфа-Телеком». Расследование поручили ГКНБ. В рамках уголовного дела были задержаны Текебаев и Дюшенкул Чотонов. 16 августа Первомайский райсуд столицы признал Текебаева виновным в коррупции и приговорил к 8 годам лишения свободы. Бишкекский горсуд оставил приговор в силе. Впоследствии Текебаева лишили мандата депутата. Позже экс-депутата Российской Госдумы Леонида Маевского арестовали в Москве. Он и его соратники подозреваются в том, что вымогали у представителей Альфа-групп и компании А1 около $40 млн, угрожая в случае отказа распространить порочащие их сведения. Бывшему премьер-министру Сапару Исакову медики поставили диагноз – синдром нарушения функционирования головного мозга и осехондроз шейного отдела позвоночника. Сейчас Исаков находится на стационарном лечении в отделении неврологии номер 2 Национального госпиталя. На сегодняшний день состояние больного врачи оценивают как относительно удовлетворительное. Исаков находится под наблюдением врачей и получает соответствующее лечение, сообщает Минздрав. Напомним, 16 августа. Сапара Исакова и СИЗО ГКНБ госпитализировали в больницу с подозрением на инсульт. Однако при обследовании диагноз не подтвердился. Накануне сотрудники спецслужб выявили распространительницу провокационного аудио в соцсетях о беспорядках в стране. По информации Госкомитета национальной безопасности, гражданка, не уточнив достоверность информации, записала аудиообращение и в целях предупреждения своих родных и близких отправила сообщение, которое мгновенно распространилось в соцсетях. Она призналась в неправомерности своих действий и выразила сожаление, что поддалась панике. С ней была проведена профилактическая беседа, сообщили в Госкомитете. И к другим темам. В городе Джалалабад в ночь на 21 августа произошел пожар на рынке. Об этом сообщает МЧС. Сигнал о пожаре поступил в МЧС 0035. Огонь тушили несколько пожарных частей города. В 4:15 пожар был полностью потушен. Общая площадь возгорания вещевого рынка более 2000 квадратных метров. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Причины пожара выясняются. Также стало известно, что на пересечении улиц Московской и Интергельпо произошел пожар склада бытовой техники. Об этом сообщили в МЧС. На тушение огня привлечены 5 пожарных расчетов, 2 водовоза муниципального предприятия «Тазалык». В результате пострадали 2 работников склада. По данным Минздрава, мужчины в возрасте 31 и 33 лет госпитализированы в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии с предварительным диагнозом отравления продуктами горения. Thank you.
По данным МЧС, за минувшие сутки по Кыргызстану зарегистрировано 35 пожаров. В городе Бишкек, Высыкульской и Баткенской областях зарегистрировано по одному пожару. В городе Ош – 3, в Чуйской области – 14, в Джалалабадской области – 7, в Ошской области – 4. В жилмассиве Арча-Бейши города Бишкек сгорело сухотравие площадью 150 квадратных метров. Причина пожара выясняется. Также на улице Шота Руставели в городе Ош по неизвестным причинам сгорел хлебобулочный цех площадью 156 квадратных метров. А в селе Ташмойно Каламединского района Чуйской области сгорели сухотравие площадью более 2 гектаров и 20 деревьев. Причина пожара также уточняется. К концу своего правления Алмазбек Атамбаев выступал в роли узурпатора власти. Бывший президент государства всячески пытался изменить Конституцию в свою пользу. Таким мнением поделился известный эксперт-политолог Аркадий Дубнов в эфире «Эхо Москвы». Подробнее об этом в нашем следующем сюжете. В последнее время о бывшем президенте Алмазбеке Атамбаеве можно услышать везде в Кыргызстане. Интерес к политическим изменениям в стране можно наблюдать даже за рубежом. Так, в эфире известного российского радио «Эхо Москвы» эксперт-политолог Аркадий Дубнов заявил, что еще будучи президентом, Алмазбек Атамбаев неоднократно пытался сохранить свою власть. Он стал думать, как сохранить. Значит, своей власти стал по очень тривиальному пути. Он создал, начал думать об изменении Конституции, в которую нужно было заложить такого рода поправки, чтобы они превратили страну в парламентско-президентскую. То есть он занимает, как в Армении, да? Да, да, да. Вот. То есть он становился бы, значит... Ну, пересел бы. Да, лидером, говоря, да? Скажем, правящей партии, она там действительно была. Также, по словам российского политолога, бывший президент изменил Конституцию в свою пользу. Хотя после апрельских событий перед народом было дано обещание не вносить поправок до 2020 года. Эти изменения вызвали сопротивление не только общества, но и даже своих же соратников и однопартийцев. Через колено поломать Конституцию, несмотря на обещания, которые сам он и правительство после переворота времени дало народу и самим себе до 2020 года не менять Конституцию, чтобы она как бы столбенилась, да, чтобы все вошло, эти процедуры вошли в жизнь. Дубнов также отметил, что уже к концу своего правления Атамбаев выступал в роли узурпатора. Им было принято решение остаться в стороне, но при этом, как и раньше, иметь власть и влиять на политику Кыргызстана. Возможно, он хотел быть как Дэн Сяопинь, который никогда не занимал пост руководителя, но фактически управлял Китаем. Он понял, что премьером ему, наверное, не удастся уже стать. Вот эта опция уже не получалась. Тогда он решил, что он будет сохранять влияние в стране, отойдя в сторону и занимая пост, ну, как бы, может быть, как все любят сейчас говорить, там, киргизского Дэн Сяопина. В заключении политолог особо отметил внешнеполитические отношения действующего президента Сооронбая Жээнбекова, которые в бытность Атамбаева испортились. Дубнов приводит пример так называемое примирение с северным соседом Казахстаном и Турцией, которые, кстати, присутствовали на церемонии открытия Всемирных игр кочевников в прошлом году. Айгерим Рыспекова, Аман Бекенов, Пятый канал. А сейчас мы переходим ко второму блоку новостей. Кадровое назначение в правительстве, новые руководители ФУКИ и национальные управляющие компании. Инфраструктурные и иные развития Чуйской области в рамках года развития регионов и цифровизации страны. Сборная Кыргызстана по волейболу вышла в полуфинал чемпионата Азии. Президент Сооронбай Жээнбеков с рабочей поездкой выехал в Нарынскую область. В первый день глава государства ознакомился с работой молокоперерабатывающей предприятия «Сюдазык» в городе Нарын. Президент с удовлетворением отметил, что подобные предприятия благотворно влияют на социально-экономическое положение областей, создаются новые рабочие места и точки сбыта продукции для местных фермеров и крестьян. Также Жээнбековым планируется ознакомление с ходом реализации проектов по обеспечению населения чистой водой, реабилитации ирригационных систем. Глава государства посетит инфраструктурные и объекты социально-экономического значения региона. Кадровые изменения произошли в правительстве. Тулибердиев Ринат Темирбекович назначен председателем правления ОАО «Национальная управляющая компания». Соответствующее решение принял Фонд по управлению государственным имуществом при правительстве, единственный учредитель акционерного общества. Также указом премьер-министра Исаколов Чилдызбек Абдулахатович назначен председателем Фонда по управлению государственным имуществом при правительстве.
Создание дополнительных рабочих мест, открытие новых предприятий и поддержка бизнес-проектов. Программа правительства по развитию регионов выполняется в срок. Из государственного бюджета выделено 2 миллиарда сомов на инвестиционные и инфраструктурные проекты. Каждый регион представляет свою программу конкурсной комиссии. Сейчас пока одобрено 4 наиболее важных проектов. О том, как идет работа по отбору программ, узнала наш корреспондент Айгерим Бараканова. От плана к действию. Развитие регионов – одна из приоритетных задач правительства. Впервые в истории страны из государственного бюджета выделяются средства на цели развития регионов. Сумма – 2 миллиарда сомов. Накануне проведена конкурсная комиссия по отбору инвестиционных бизнес-проектов, программ развития инфраструктурных проектов. Всего поступило из регионов страны 80 программ. Кроме того, 14 от недавно созданного Центра проектного финансирования регионального развития. Президентом страны 2018 год объявлен годом развития регионов. 2019 год включительно обозначен годом развития регионов и цифровизации страны. В рамках указа перед правительством поставлен ряд стратегических задач, нацеленные на создание дополнительных рабочих мест, открытие новых предприятий и организаций. В этом году из бюджета выделено 2 миллиарда сомов на поддержку регионов и бизнес-проектов. В соответствии с этим правительством принято постановление по созданию конкурсной комиссии по отбору инвестиционных проектов. Данная программа отличается от предыдущих выгодными преференциями. Особое внимание будет уделено труднодоступным регионам и приграничным территориям. Средства будут предоставляться через Центр проектного финансирования регионального развития сроком на 10 лет 6% ставкой. Отличается по двум направлениям. Первое направление – это льготные условия, это что как и по процентным ставкам, так и по периодам. То есть на этот раз мы намереваемся финансировать эти проекты до 10 лет, сроком до 10 лет, где существуют льготные каникулы для уже возврата основных средств. Второе направление – это впервые реализуется проектное финансирование. Это в отличие от классического кредитования, когда можно будет финансировать определенные проекты действующих предприятий, частью проекты, которые могут быть частью кластеров, проекты, которые инновационного характера. И отличается тем, что путем проектного финансирования мы могли бы решить такую проблему, как с залогами. На сегодня одобрено пока 4 проекта на сумму более 200 миллионов сомов. Большая часть из предложенных 80 проектов не соответствует определенным критериям банковских учреждений. В связи с этим в правительстве отметили, что будут вестись разъяснительные работы в регионах о качестве подготовки проектов через консультационную помощь заявителям. На местах созданы рабочие группы при содействии специалистов финансовых институтов и руководителей местных администраций, чтобы доработать свои проекты. В настоящее время у нас больше именно вблизи Бишкека у нас именно идут легкая промышленность. У нас многие бизнесмены наши являют желание в строительстве в местах у нас хороших парков. На территории Аламединского района у нас планируется строительство, уже было заложено капсулы, строительство логистико-промышленного центра. Там будут располагаться именно легкая промышленность, фабрики. Кроме того, по Чуйской области мы приоритетное направление выбираем именно перерабатывающую промышленность. Бизнес-проекты жақсылап түссе? Я думаю, что мы должны рационально использовать средства. В Иссык-Куйской области планируем реализовать много хороших проектов. В этом году в целом проекты рассчитаны на 60 миллионов сомов, но они не были одобрены. Со следующей недели мы начнем работать вплотную со специалистами из РСК банка. Следующий шаг – в течение 3 недель направить доработанные программы на рассмотрение в секретариат. В агентстве по привлечению инвестиций отметили, что уже через несколько месяцев начнется распределение бюджетных средств. Айгерим Бараканова, Талас Аманбеков, 5 канал. Как нам известно, 2019 год в Кыргызстане объявлен годом развития регионов и цифровизации страны. Результаты многих проектов уже ощутимы, и многие из них близятся к завершению. Так, например, в Чуйской области обновляются старые непригодные к проезду дороги, открываются новые родильные дома и ремонтируются больницы. Подробнее об этом в нашем сюжете.
Во многих районах Кыргызстана наконец-таки будут отремонтированы старые дороги. Многие из них были построены еще в Советском Союзе и с тех пор капитально не обновлялись. Село Ильич, расположенное в Кеминском районе, также попал в этот счастливый список. В рамках года развития регионов там усердно ведутся работы по прокладыванию нового асфальта. Старая дорога была полностью разрушена. Не было никаких условий для продвижения по ней. Мы обратились к акиму Нурлану Алтмышбаевичу. Он поддержал нашу инициативу. Надеемся, что дороги отремонтируют качественно и быстро. В этом году была поставлена задача проложить около 10 километров асфальта в Кеминском районе. Планируется завершить ближе к концу года. Для этого проекта специально были выделены средства из местного и республиканского бюджета. Но не ограничиваясь этими деньгами, руководители района также ищут дополнительные источники на финансирование. Как вы видите, в Кеминском районе уже проложено около 5 километров дороги. На дороге Жолбулак-Боролдой ведется капитальный ремонт. Также на данный момент в селах Бишеке, Боролай, Каинды, Орловка и в городе Кемин ведутся строительные работы. По маршруту Бишкек-Нарын-Торугард близ трассы расположена Кеминская районная больница. Помимо местных жителей, туда обращаются и граждане, попавшие в разные чрезвычайные ситуации. Там принимают всех и оказывают помощь всем нуждающимся. Однако в этой больнице никогда не было капитального ремонта. В этом году в рамках года развития регионов было выделено более 20 миллионов сомов на ремонт учреждения. Раньше у нас условия были очень плохие, не было воды. Иногда порой воду привозили флягами в родильное отделение, вот хирургическое отделение в операционном блоке. Сейчас на данный момент вода есть, горячее водоснабжение есть, круглогодичное. Хоть в больнице и был проведен капитальный ремонт и условия гораздо улучшились, работники по-прежнему пользуются старым оборудованием. Главными проблемами также остаются нехватка кадров и низкая заработная плата. Но несмотря на это, сотрудники больницы работают, не покладая рук. После ремонта прилив идет, и женщины много рожающие, и поступающих. Условия, конечно, улучшились, зарплата такая же. Тем временем в городе Токмак при поддержке иностранных доноров началось строительство роддома. Общая сумма составляет 57 миллионов сомов. По словам городских властей, для беременных женщин не предусмотрено никаких условий, так как вместо старого роддома сейчас находится общежитие учебного заведения. После разговора с главврачом мы выявили основную проблему – нехватку роддома. При сотрудничестве с Арабским фондом неделю назад начались строительные работы. Мы планируем завершить постройку роддома к апрелю 2020 года. Помимо этого, в Чуйском районе запланировано обновление систем питьевой воды. В скором времени 10 сел из 3 районных округов уже могут пользоваться чистой водой. Айгерим Рыспекова, Бикенов Аман, 5 канал. И в продолжение темы мы пригласили в студию видного общественного деятеля, депутата легендарного парламента Джамина Акималиевича Акималиева. Добрый вечер. Здравствуйте. Рад вас видеть. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как обстоят дела в регионах страны в экономическом плане? Ну, дела обстоят достаточно сложно. Хотя я уверен в том, что программа развития регионов обречена на успех, потому что покровителем этого значительного мероприятия является сам глава государства, который хорошо знает, что такое сельская жизнь. И смотрите, несмотря на достаточно высокую внутреннюю и внешнюю миграцию, у нас население сегодня проживает 65% всего населения. И все проблемы, связанные с социальным вопросом, с бедностью людей, это находится на местах. И поэтому развитие регионов, конечно, автоматически означает развитие всей нашей страны. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, выделяемых средств хватит ли и на какие направления лучше их использовать? Во-первых, это уже неплохо, что из государственного бюджета выделяется 2 миллиарда сомов, но этого крайне недостаточно. Я вообще считаю, что для полной реализации программы президента по развитию регионов на ближайшие 5-6 лет необходимо, может, даже не 2, а 20 миллиардов сомов. Потому что если мы начали это большое дело, то надо и завершать. Потому что от этого зависит судьба и будущее нашей страны. Для этого, конечно, надо искать внутренние ресурсы, но у нас есть и внешние ресурсы.
Прежде всего, я считаю, что надо рассчитывать на помощь нашей братской России. Во-первых, этот фонд крымско-российский, где еще находится более 200 миллионов долларов, еще не израсходованных. Потом Путин обещал, что если вы хорошо освоите, мы можем еще добавить 500 миллионов, довести до 1 миллиарда. Это самый главный фактор, который может обеспечить финансирование всех проектов, которые осуществляются по этой важной программе. Спасибо. А вот регионы, в первую очередь, зависят от сельского хозяйства. Что нужно делать, чтобы развивать эту отрасль? Вы правы в том, что краеугольным камнем всей программы развития регионов является развитие самого сельскохозяйственного производства. Потому что вот люди, 65% населения, живут только за счет этих отраслей, полеводства и животноводства. И поэтому... Если мы хотим действительно развить эти регионы, надо начинать с развития производства. Если мы добьемся высоких урожаев сельскохозяйственной культуры, высокого производительного животноводства, то мы добьемся улучшения жизни народа. Это будет способствовать решению социальных вопросов, созданию инфраструктуры уже за счет сельского хозяйства местного населения. Так что это самый важный вопрос. Спасибо за ваши ответы. А мы напомним, что у нас в гостях был депутат легендарного парламента и общественный деятель Джамин Акималиев. Акималиевич, а мы продолжаем нашу программу. На очереди наша постоянная рубрика «Поможем вместе». Не может ходить и говорить из-за болезни, у которой нет названия. Вот уже 5 лет Назира Ашралиева борется с редкой болезнью. Женщина прошла все необходимые обследования, однако выявить диагноз врачи не могут. Сейчас ей требуется дорогостоящая операция в Индии. Самостоятельно собрать или накопить большую сумму семья не в силах, поэтому нуждается в помощи у всех неравнодушных граждан. Моя жена Ашралиева Назира уже 5 лет страдает от неизвестной болезни. Сначала появилась слабость в левой, а затем и в правой руке. Болезнь постоянно прогрессировала. Прошло 3 года с тех пор, как она перестала ходить. В Кыргызстане врачи не могли поставить точного диагноза. Потом ездили в Россию, но и там медики не определили болезнь. Через Байматов, Азамат Байматов, Индия. За последние месяцы состояние здоровья снова ухудшается. Постоянная слабость, боли, потеря голоса. Раньше она хотя бы могла самостоятельно вставать, сидеть, но теперь абсолютно беспомощна. На медицинские препараты уходят немалые деньги. Горсть лекарств каждый день. Их мы заказываем в Турции. Но все безрезультатно. Чтобы, наконец, установить верный диагноз и назначить адекватное лечение, семьей было принято решение обследоваться за границей. И в этом нам помог футболист Азамат Байматов. Сейчас подготавливаем все необходимые документы. По предварительным подсчетам, только само обследование обойдется в 6 тысяч долларов, не говоря о самом лечении. Уже как 3 года я не работаю. До этого мы вместе работали. Сейчас я вынужден присматривать за женой. Все наши сбережения потратили на разные больницы и обследования. Потом наше финансовое положение не позволяет собрать нужные суммы на операцию. Я хочу попросить у всех неравнодушных граждан помощи, чтобы победить болезнь.
И к новостям о спорте. Сборная Кыргызстана досрочно вышла в полуфинал чемпионата Азии по волейболу. В рамках чемпионата среди команд Центральной Азии, которые проходят в эти дни в Непале, 20 августа прошли матчи второго тура группового этапа. В группе А сборная Кыргызстана одержала вторую победу подряд и с первого места вышла в полуфинал. Во втором туре команда Андрея Янкудинова со счетом 3-0 победила сборную Мальдивских островов. Сегодня пройдут матчи заключительного тура группового этапа. И на этом все. Смотрите все выпуски в соцсетях 5 канала. Спасибо, что были с нами. Далее прогноз погоды на завтра. Приятного продолжения вечера. До встречи.